«Единая Украина в куклах и самоцветы родного края». Сразу две выставки открылись в областной библиотеке имени Горького. Чем примечательна экспозиция, видела наша съемочная группа. Владимир Пашко – старейший член творческого объединения «Самоцветы». Неоднократно выставлялся вместе с коллегами, а к 80 годам созрел до персональной выставки. Представил 39 работ. Есть натюрморты и портреты, но преимущественно это пейзажи. Основной лейтмотив – природа родного края. Выставлены картины последних 2 лет, когда от масла художник перешел к акварели. В последнее время увлекся акварелью. Понравилась очень. Вот такая живая, краска, можно сказать, яркая. Она хоть и трудна в исполнении, но зато интересна ею работать. И, в общем-то, интересно, очень тонкие такие вот пастельные работы, очень с таким вот настроением приятным, хорошим. И осенние пейзажи, и зимние, и летние, и натюрморты, и, в общем-то, и портреты здесь представлены. Но, как на мой вкус, так вот самое интересное у него пейзажи. Ознакомиться с экспозицией посетители смогут до 1 сентября.